«Титаник» был самым большим океанским лайнером класса люкс своего времени. Огромное по своим размерам судно было построено на судостроительном заводе «Harland and Wolff» в Белфасте по проекту Томаса Эндрюса. Строительство судна началось в 1909 году, а в 1911 году состоялся его спуск на воду. Гордость британской компании White Star Line «Титаник» был введен в эксплуатацию в апреле 1912 года. Гигант имел в ширину 30, а в длину 270 метров. Его масса превышала 53 тысячи тонн. Обшивку корабля из листовой стали скрепляли около 3 миллионов заклепок. Движение гигантской массы обеспечивали три огромных бронзовых винта, два трехлопастных по бокам и один четырехлопастный в центре, приводимые во вращение паровыми котлами и машинами. Общая мощность паровых турбин и машин достигала 50 тысяч лошадиных сил. Таким образом, океанский лайнер мог рассекать волны со скоростью 40 км в час. Корпус корабля был разделен на несколько палуб. Над поверхностью верхней палубы возвышались трубы и мачты-стержни, на которых крепились необходимые для радиосвязи кабели. Связь судна поддерживали два независимых высокопроизводительных радиоустройства «Маркони». Капитанский мостик располагался перед первой трубой корабля. На борту лайнера находилось 20 спасательных шлюпок, из них 4 были складными. Команда из почти 900 человек обслуживала около 3500 находящихся на борту корабля пассажиров. Первый рейс «Титаника» лежал из английского порта Саутгемптон во французский Шербург, а оттуда в ирландский Квинстаун. Конечной целью плавания «Титаника» был Нью-Йорк. Однако 14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут в Атлантическом океане судно столкнулось с айсбергом и через 2,5 часа затонуло, расколовшись надвое. В катастрофе погибло 1517 человек, по другим данным, 1494 человека. До сих пор остается спорным вопрос, по чьей вине произошла катастрофа «Титаника». Рождение и гибель чудо-лайнера стали на протяжении десятилетий темой интерпретации многочисленных литературных произведений и произведений изобразительного искусства.